Сразу три чтимых святыни – икона и частица мощей Сергия Радонежского, ковчег с мощами преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны Романовой. А это святыня, прибывшая в Прикамье из Украины, мощи преподобного Кукши Одесского. Говорят, святой своей молитвой не раз исцелял верующих от недугов. В 30-е годы прошлого века старец был арестован и приговорен к 5 годам заключения. Срок он отбывал в Соликамском районе, а затем был отправлен в ссылку в Кунгур. В этом городе до сих пор живут люди, которые помнят святого Кукшу. Почитаемый святой еще при жизни был. И по договоренности моей с митрополитом Одесским, Агафангелом, вот эта частица мощей и его крест, который был при нем, приехали сюда на выставку. Но, как я уже сказал, мы смогли как-то решить вопрос с тем, чтобы эти мощи остались навсегда на Пермской земле. География участников выставки «Православная Русь» весьма широка. Кроме российских, сюда прибыли представители нескольких сотен храмов и монастырей из Белоруссии, Молдовы, Греции, Израиля, а также из Украины. 22 города Украины представлены тоже сегодня у нас на форуме. Это, наверное, доказательство того, что политика здесь не нужна. Здесь люди православные, верующие, и они находят здесь вот единение, находят взаимопонимание. Монастырские хозяйства представляют здесь всевозможные продукты – мед, растительные масла, кагор и многое другое. Для детей на Пермской ярмарке организованы игры и мастер-классы. Мы видим здесь прекрасные изделия народных мастеров, замечательные иконописные школы. Меня потрясло, что 17 типографий участвуют в этом году в выставке. То есть мы можем познакомиться с огромным количеством православных и исторических изданий. В рамках выставки запланирована большая просветительская программа, семинары, показ фильмов на исторические темы. На ярмарке работает и специальный стенд, где можно пообщаться со священниками. В рамках выставки пройдут благотворительные акции по сбору средств для нуждающихся. Юлия Языкова, Василий Дулепинских, телевизионная служба новостей.